Привет! Вы на канале Мак ТВ. И сегодня мы будем лепить еду для кукол. Для этого мы должны сделать такую тарелочку, куда мы будем выкладывать наши блюда. Для тарелочки я взяла синий цвет. Раскатываем, делаем тарелочку побольше, поменьше, кому какой кукле нужно приготовить кушать. Итак, тарелочка у нас готова. Теперь будем делать яичницу. Для этого сделаем желток. Возьмем желтый пластилин, сделаем такую кругляшку. Потом возьмем белый пластилин для белка. Раскатаем в руках аккуратно. Сверху положим эту желтую горошинку. И вот и получилась у нас яичница. Теперь будем делать зеленый горошек. Он очень полезен, и куклам будет очень полезно его кушать. Для этого нам понадобится зеленый и салатовый пластилин. Из зеленого пластилина мы сделаем саму оболочку горошка, а салатового пластилина сделаем сами горошинки. Вот, раскачали мы горошинки. Укладываем их в нашу оболочку. Итак, один горох готовый. По такой самой схеме делаем и второй горошек. Кто хочет, может сделать просто один. Но у кого кукла-вегетарианец, тому потребуется две горошинки. Потребуется два гороха, а то и три. В общем, у кого какая будет фантазия. Итак, доделываем второй горох и выкладываем все в нашу красивую синенькую аккуратненькую тарелочку. Теперь будем делать помидор. Для этого нам понадобится красный пластилин. Делаем из него шарик и берем зеленый пластилин и делаем такую попку, которая присуща всем помидорам. Я сделаю 3 помидора. Вы можете делать столько помидоров, сколько ест ваша куколка. Итак, один готовый, делаем второй по той самой схеме. Красного раскатываем кружочек и из зеленого делаем зеленую попку помидорчика. Я использую пластилин Play-Doh, но можно использовать и обычный пластилин. Мне кажется, с обычного даже легче лепить, чем с Play-Doh, потому что Play-Doh он очень мягкий. Третий помидорчик готов. А теперь я решила сделать булочки. Какой же завтрак без булочек? Возьмем желтый либо оранжевый пластилин и сделаем такие кругляшки. Это и будут наши булочки. Завтрак наш для кукол готов. Ничего сложного. Приятного аппетита вашим маленьким куколкам. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А также подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.